Итак, всем трем, дорогие подписчики, а также гости канала. И вот я потихонечку начну, так сказать, возвращаться к записи видео. Но один единственный, как говорится, вопрос совет в том, что напишите, пожалуйста, комментарии. Вот важно ли проходить вообще от начала до конца, да, какую-то игру? Если для вас важно, напишите, да, если не важно, тоже напишите, чтобы понимать, соответственно, что от меня, да, и от канала ожидают, соответственно, потому что у нас тут с моим, так сказать, другом-конкурентом, Тексером, возник некий такой, ну, можно сказать, спор, вот, он считает, что конца проходить игры от начала и прям, да. Я считаю, что нет совсем, потому что есть игры, которые, ну, потом становятся скучные, однообразные, да, то есть вначале вроде интересно, а потом, ну, бред какой-нибудь, да, и сами разработчики специально затягивают геймплей для того, чтобы просто растянуть это время, да, хотя можно было короче и, так сказать, поинтереснее. Вот, это первый вопрос. Значит, и вот второе, это по поводу вот игры Beer Factory. Когда-то я, первый взгляд у меня был ее такой, мы демку я когда-то ее скачал, поначалу я начал играть вроде, ну, интересно, потом я понял, что это такая, некая будет тягомотинка, знаете, по типу разгрузи зерно, загрузи пиво в грузовик, все, да, и деньги пойдут. То есть вот туда-сюда будет. Ну, поначалу, понятно, там станки, уборка там. Но я, если не забуду, здесь будет такая вспышечка вверху справа о том, что, когда я первый взгляд вот демку смотрел, да, кому интересно, можете посмотреть. Вот, и Тексер, значит, говорит, что от того, что она офигенная, я говорю, что это херня полная. Вот, тоже напишите, пожалуйста, в комментарии, да, насколько нравится, не нравится. По вашим, так сказать, комментариям, лайкам, да, я, соответственно, пойму о том, что действительно, ну, интересно, ну, тогда, ну, пройдем эту игру, если, да, она действительно вам интересна. И вот, ну, я, на самом деле, считаю, что такая она немного, ну, скучноватая. Поначалу ты вроде как пока ничего не, ну, делаешь, да, вот эти вот первые шаги, как во многих играх, а потом это все становится такой рутиной. Опять же, автоматизация, там, найм рабочих, да, вот ты нанимаешь работников, ставишь еще больше всяких. И все, как бы, по сути, ты ничем особо не занимаешься. Так, давайте, слушайте, не, пока я, вот, мне нужно в настройку зайти, здесь есть, должен быть отключение, да, вот размытие мне нафиг не и не нужно... Да, музыка у меня туда. Голоса. Слушайте, где-то должен быть отключение этого придурочного. Ну там такой, знаете, бомжик бегает и, ну, на самом деле он нахрен не нужен. Многие разработчики добавляют типа какого-то персонажа для того, чтобы, ну, якобы заинтересовать, да, и чтобы не было игроку скучно. А он задалбливает, он постоянно что-то прибегает в ненужное время, в ненужное это, место, начинает что-то рушить, ломать, и задалбливает. Так. Не, просто мне сказали, что там есть вроде как отключение, но... Ладно, я у него потом, ну, либо, может быть, вы напишите мне. Вот. Да. Ничего это не делал. Так, в обычном режиме играть так, как это было задумано. Friends приветствует.
В таком режиме вы только один раз увидите Фрэнсиса, который составит деталь для модернизации подгрузчика для разблокировки режима Turbo. Однако больше вы с ним не встретитесь и не получите случайные бонусы, которые он оставляет. Например, деньги или другие детали для модернизации. Ага, в обычном режиме вы играете так, как этот Фрэнсис присутствует. Да, который нам будет давать всякие бонусы, да, а в спокойном режиме вы только один раз увидите Фрэнсис, который оставит для меня. Ну давайте в обычный, наверное. А, может быть, как раз этот Фрэнсис есть? Чудаковатый который, да? Блин, он задалбливает. Ну ладно, да. Блин, задалбливает. Его потом бегать с мешками, блин, кидаться в него тоже. Ну, напишите, на самом деле, да, Фрэнсис этот бомж или не Фрэнсис бомж. Так, давайте пропускаем, сейчас он там ля-ля-ля, тополя, сейчас они... Да-да-да. Нам хватило бюджета на покупку света старой пивоварни, однако прежде чем работа пойдет полным ходом, нам нужно будет снова подключить электричество, навести порядок и кое-что отремонтировать. Предыдущий владелец оставил машину в ликвидированной части пивоварни, возможно, ее можно восстановить. Пока вы наведете порядок в пивоварне, я поищу какие-нибудь дотации. Ах да, прежде чем я уйду, я слышал, что кто-то незаконно скрывается на фабрике, но возможно это просто... Ну да, наверное, это тут гребаный Фрэнсис, да? Давай. Да, идем. Ну, как во многих таких играх, первое, что нам предстоит, это, соответственно, убраться. Вот это меня тоже немножко, ну, блин, задалбливает, потому что там деталь для улучшения. Ставим. Ну, такое себе, да. Потом где-то здесь мусорными... А вот неплохой бросок. Естественно, так я жду. Да, может. Так, сделайте. Да, сейчас кофе делаем. А, еще что меня бесило, это то, что он не умеет почему-то бегать вначале. Вот. Видите, ходишь, а он ни хера не бегает. Так, загляните в шкаф хранительный. А вот зачем я тогда кофе себе? Дайте мне кофе. Ну опять же, да, вот пожалуйста, одно из это. Да? Смотрите, ног нету, рук нету. Ну, вот башки, наверное, тоже нет. Если вот можно было бы от третьего лица посмотреть, наверное, башки бы тоже нет. Такой, знаете, непонятный субъект. Субстанция, я бы сказал. Так, ладно, пошли. А, и вот кофе мы выпили, мы немножко быстрее стали бегать. Ну, такое себе. Решение от разработчиков. Так, берем предохранитель. Да, ну и вот этот бомжик. Ну, бросайте типа в него это. Я задолбался, на самом деле, в него постоянно что-то бросать. Вот, ну, заколябывает он. Это, кстати говоря, было еще в GameStation симуляторе. Ну дай мне возьми. О, да, вы получили, но да, пропал. Ну и каждый раз он что-то у него будет, наверное, выскакивать, и это, на мой взгляд, ну не очень. GameStation этот... PlayStation симулятор назывался игра, первый раз там такая же хрень появилась, там бегал мальчишка, писал, значит, матерные слова на вашей станции, и вам нужно было его гонять. И вот это очень-очень-очень нудно, потому что ты, например, ну, у тебя стоит очередь, ну, пока у тебя не наняты работники, стоишь в очередь, стоит точнее очередь, прошу прощения. И ты продаешь ее, да, и в это время он прилетает, там разрисовывает, и ты потом гонишься за ним. Люди стоят в очереди, тоже начинают там
паниковать, я рейтинги по, ну, блин. А если он напишет, вот когда он матер, значит, пишет на стенах, разрисовывает, у вас тоже рейтинг падает. То есть, ну, понимаете, да? И так ты уходишь, рейтинг падает, и его. А если не гонять его, то вот из-за того, что там написал, тоже рейтинг падает. Ну, такая себе. Отменить вращение? В смысле вращение? Странно. Ладно, купите швабру в магазине инструментов. Вот. Так вот, мой коллега Виктор Сергеевич, он говорил о том, что якобы, ну, типа, она круто. Ну, крутая вещь, если пиво, там много всяких проходит стадий. Очистка. Грубо говоря, да, зерна, потом солод сделать, потом еще что-то. Ну, в общем, короче говоря, он прям в восторге. А я... Не, если бы... вот в реальности, да, он прикольно, конечно. Там посмотреть, там создавать какие-то рецепты. Но я не думаю, что в этой игре будет прям, знаете, вот... Ну, будет сделано настолько примитивно, что... Так, а что я мету? Так, купите стол инструментов, да, нам нужен будет. Новый ящик. Ну, типа нас, знаете, сазами, да, сазами игры. Да, и мы сейчас будем вот эту хрень. Не строительство, чтобы потом поставить... А, подождите. Купите стеллажку. Давай. Так. Ну и набор инструментов, да, привинчивать. Так. Чё ты, собака? А, давай. Используйте набор. А, все болты, да? Странная механика здесь. Я держу, а он, видите, выпадает. Ну, чё за фигня? Нельзя было... Ну, столько всяких симуляторов с ключами, тот же самый кар симулятор. Да, это правильно сделать. Ну, такая игруха, я говорю, я в демку поиграл, ну, не особом в восторге ты остался от игры. Так, у нас еще последний остался. О, видите, а здесь нормально все. Вот. Куда попадать? Хрен знает. Получается, а, вообще не в эту, не в верхнюю, да, а вообще в середину. Отлично. Найдите опору для стела. А, ну. Раз. Кстати, вот вопрос, а зачем я тогда покупал стеллаж, да? Вот скажите, пожалуйста, вот. Ну, странновато. Странновато. То есть я купил стеллаж, но при этом этот стеллаж получился... Вот этот ж нет. То есть 4 болта, да, я купил. Вот эти 4 стойки вот эти вот. Даже не... Не, какие стойки? Подождите. 4 треугольника, да, который прикрутил к этому. Ошибись, да? А, полку. Подождите, пол. А, да, сейчас нужно тут бегать, искать эту полку гребаную. Правда, не помню сейчас, где она находится.
А, кстати, это для бомжика, потому что он будет периодически ходить. Я тут замудрил. А, вот она же, блин, ну совсем ни хера не вижу. А, вот. Повысили репутацию пивоварни до второго уровня. Ну, пойдемте. Пойдемте. Так, что у нас здесь есть? Ну, опять же, вот сырой солод, хмель, дробленый солод, ну, это все покупать, потом есть договор, инвестиции, соответственно, да, типа, ну, кредита, погрузчики, работники мы можем, да, сама пивоварная, кастомизация там всякая, ну, и рынок, чтобы продавать. Да, что такая. Ну, работники, скорее всего, будут тупить. А, то же самое, да? Ну, ну, машины, пивоварни, вот эти, опять же, наш разлив, доки, да, вот, 4. И промышленное оборудование. Да. Такой. Так, сейчас давайте соберем, потому что все равно нас заставят уборкой заниматься. Так. Компьютер, да, это нельзя использовать. Ладно. А, это еще денег стоит купить? Вообще странновато, потому что... Ну, как это мое кофе, да, я его... Не, я понимаю, если бы там целый банк кофе, да, я купил, а там я купил-то одну штучку, это, то есть покупаю порции, рановато, конечно. Так, репутация. Сейчас мы эту репутацию нельзя вымыть. Металка такая. Итак, хорошая новость. Я нашел несколько субсидий для вашей пивоварни. Ожидайте перевод. Эта сумма должна хватить на снос перегородки на пивоварне и ремонт машины в подсобке. Если вам нужно больше денег, наверняка найдется несколько заинтересованных инвесторов. Так, подойдите к компьютеру, чтобы узнать больше, ознакомиться с условиями инвестирования. Ну, такая история, знаете, ну, банальная. Типа, нам дали денег, да. Дедушка оставил наследство. Пивоварню старую, и мы решили. А чё я сейчас? Подождите, что там? Купите новое расширение для вашей. А, расширение. А, ну вот, перегород. Ну, то есть, тёр, да, то есть не нужно ничего. Перегородку снесли, и у нас типа новая. Да, и при этом здесь мусор. Откуда, блин? Тут гребаный. Почему я не могу вот опять же в эту дверь выйти? Ну, такая, говорю, вот. Ну, много вопросов поставляет игра. Мало на него не дает ответов. А я что я налево, черт. Инфузория, блин, туфелька. Без рук, без ног. Без головы проблемы. Так. Хотя да, вроде бы ног нету, а все равно проблемы имеет. С передвижением, блин. Физикой, кстати, я не знаю сейчас, насколько поправили разработчики, но раньше у погрузчика вообще никакой. Такая, знаете.
Даже сложно описать, что это такое, какое чувство вызывает управление этим кучком. Но не лучше, знаете. Там я пытался на нем ездить, это тихий ужас. Но если они поправили, то ну, это хорошо, конечно. Главное, знаете, в чем еще? Они говорят, мы купили вам пивоварню. А вот это вот что? Это то же самое. Вот это все здание, это, по идее, оно если продавалось, то она продавалась бы все. Но она все продается. Изначально, да? Но почему-то в игре разработчики решили ее поделить. Сначала ты должен, ну, то есть, якобы, вот это купить, да? А это ты, типа, докупил, да? Ну, кто будет продавать пол здания, да? Ну, какой-то странноват. Ну, продавать-то, может быть, пол здания стали бы, ну, я бы не стал покупать вообще пол здания. Но если она целиковая, вот, есть, да, вот, я пришел и сказал, ну, а нахера мне вот эти вот, вот это вы продаете, а это что это такое, да? Это же моя тоже территория. Ну, это же одно и то же, да, одно здание, которое, вот, давайте я вам все куплю, вот это, да, и все. Че, блин, мозгу компостировать? Зернопробилку. Да, сейчас давайте я тут немножко увлекся. Зерновая дробилка у нас вот. Да, видите, при этом она сама ставится куда-то. То есть вам не надо не собирать ее. Ничего не делать, в общем. А, используется компьютер. Да. Ну давайте контракт первый. Договор. Вот. Очистить 30 мешков сырого солода. Ну, поехали. Ну, я вот это вот в демке было то же самое вот. А вот мы. Ну 30 мешков, да, мы должны сейчас заказать доставку. И вот солод, да, мы должны. Поехали. Сказать. Ну, сейчас вот там. И машина тут приедет. Или она уже приехала. А, ну значит сейчас приедет машина. Мы ее будем разгружать. Ну, понятное дело, сначала мы грузим это все ручками. Потом у нас появляется тележечка. Потом появляется погрузчик. Потом появляются работнички. Ну, у меня такое ощущение, что по этим работнички не будут заниматься. А, ну вот, да, сейчас тележку, да. Вот. Сейчас он тележечки, кучки нам дадут. Тоже, блин, уже. Ужасное управление, блин, все трясется. Вот, а хорошо, они мне сказали, что можно пользоваться. А как теперь? Вот. С. Да ладно. Окей. Ладно. Ой. Правильно, да? Вот, да, из меня еще. Ну, не водитель я телеги. Я не водитель телеги. Блин, ну чё за... Лось. Поднимай.
О, давай, вытаскивай ты этот мешок, блин, блин. Ну, если честно, я бы это все бы спокойно бы, ручками бы это все. Ну реально, я бы руками быстрее перетаскал бы, чем вот эту грёбаную тележкой. Ну а чё ты меня... Нормально. То есть я сейчас зажму назад, да? А он едет назад. А, или это... А, вот так вот. Да. Странно, он вообще, я не, блин, да ну нафиг, я быстрее потом это все перетаскаю руками, блин. Чем заниматься? Ок. Так, ладно, дело. А нет, это не то. Так. Опустите ее, нет, это пускаем. О. И также, по-моему, погрузчик точно так же. Вот. У него такое же, блин, физика. Я помню, я не мог, блин. Знаете, такое ощущение, как будто рухнет какая-то деревянная игрушка. Так. Но машинка здесь довольно-таки неплохо. Там. Херакс! Херакс! Херакс, блин. Вот я о чем говорил. Знаете, да. Да, но вот я о чем и говорил. Ну, как можно, блин, игру вот. Да, это и так, ну почти такие же косяки были в демке. Кто-нибудь, знаешь, типа пошел, встал и вытаскивай. Ну, то есть такое ощущение, что, блин, тележка такая, знаете, разумная тележка. Это мне вспомнился мультик этот Вали. Ну ничего. Блин. Вали. Ты чё, силён? Да, сейчас он приедет. Ой. Такой, знаете, это. Если бы я увидел, что телега сама ездит, сама там выгружает, я бы просто сбежал бы с такого завода, сказал бы, вы че, а полтергейс. Чухи! Тележка ездит сама. Ну сейчас давайте берем ее. Потом надо будет потом туда сейчас поставить. Ну вот это вот начало. Начало, конечно, трудное, да, вот интересное, что вот потом дальше вот это открыть. Ну по сути потом это быстро все открывается и такой себе.
Вот, включаем. А, не туда, что ли? А, я не туда. Блин, не на то я наш. Не на ту сторону, подзабыл немножко. Да, еще их надо ровно положить. У меня, кстати говоря, в демке, у меня была проблема. Была проблема сейчас. А ты что здесь? Да, в жопу тебя. А, ну и вот, да. Щается. Ок. Пошли типа. Как ж тебя? Сейчас все мешки переработаем. А, купить вилочную погрузку. Ну, сейчас мы переделаем это, купим вилочную. Вот, читайте, да? Не прошло и пару минут, у нас уже погрузчик. А почему сразу было погрузчик, да? У меня же деньги. Дали денег. Ну, в чем проблема там? А, даже вот так вот автоматически даже сложилось. Ну, я уже, мне, честно говоря, уже ничего не удивляет, потому что, ну, если он сам по себе катается. Да, сейчас мы его... О, давайте мы, знаете, что? Да, так катится. Так он быстрее, да, катится? Хотя, по идее, ну, разницы никакой, что ты тачишь. Толкаешь, скорость должна быть одинаковая, или я не прав? О, если да, если что, поправьте меня. Так, ну пойдемте, да, на велочном все-таки побыстрее будет. Так, эти 500, да? Ну вот зачем надо было вот это вот промежуточные вот эту с тележкой, да? Ну сразу же бы сказали бы, иди купи этот велочный погрузчик, все, я бы купил, быстро бы разгрузился, да, чем вот пришлось помучиться что-то вначале, да? Это хрень это. А, блин, ну да, сейчас ему еще вилы почему-то. Вот странно, я же купил его, да? Ну, я деньги заплатил. Какие нахрен вилы я должен? Ну, что за бардак? Вот ты от Эксера уверяешь, что вот, так это же интересно. Че интересно?
А, ну, человечек наконец-то появился, мать твою, вот за ногу, а. Наконец-то. Даже гудок есть, да? Ни хера нет, нет. Что-то подам. А вот так нет человечка, да? Не, ну так нет. Так вот. Ой. Ой. Да блин, ну как? А, не попал. О, ножки ничего что-то делают. Я говорю, я вот... Блин, ну это... Сец какой-то, да? Вот, либо на руле здесь действительно надо играть, потому что чуть-чуть... Нет вот этой плавности, блин, ну... Ай, короче... Ну, так вот можно вести. Вот. Вот вам игра, да? Где это видно, где это слыхано. Ой. Где это такое? Невидимая стена, что ли? Видите, как это все грузится? Что видим? А сейчас мы этот контракт быстро. Так, выключаем, сходим. Да, и вот вся вот эта вот фигня, вся работа будет заключаться в том, что ты будешь вот так вот ложить на конвейер. А, ну еще да, он тут можно, да, тут можно конвейеры потом ставить там. Ну и Texer сравнил это как с, типа, это, блин, как с Satisfactory. Ну, блин, ну... Вы прекрасно понимаете, да? Где Satisfactory, где вот эта игрушка. Не знаю. Так что напишите комментарии. Я вот... Для меня это такое... Не скажу, что прям божество, но... Во всяком случае, такого уж очень пристального внимания она стоит. Прям... Это, ну, а и стоит она 800 рублей, если вы понимали, да? Меня это немножко возмущает, это 800 рублей. Но за 800 рублей, блин, Совет Республики добавить 400 рублей, ну там 1000 чем-то, она, по-моему, это Satisfactory. Блин, ну. Ну, я не понимаю, вот как это вот так вот можно за 800 рублей вообще. Это все, что ли? Подождите, а я... Так я же...
Я же 30, по-моему, покупал, да? Я 20. И ракс, а да, вот. А, вот оно, да, этот видимость вил. Зелененький горит, значит все хорошо, да, если красненький горит, значит все хреново. Или я что-то не понял, куда у меня еще делись? А где бы мой еще один мешок? Мешок, а где ты? Блин, я чё? Проворонил мешок. О, отлично, 23-очковый. Слушайте, один мешок куда-то пропал. Ладно. А, подожди. Не, все правильно, да. Один к одному, по-моему. Мы же просто его очищаем, да, шпадон? Вон он, видите, вот появился грузовик просто из ниоткуда. Трясь, и он у нас типа приехал. Ну давайте сейчас доведем до логического завершения этот первый контракт. Посмотрим, что он нам дал. Вот, куда дел мешок? Я хз. А так я не могу, блин, да ладно. Блин. Ну что за ерунда? Почему я его должен, блин, вынимать оттуда? У меня, кстати, раньше машина так летала по грузчикам. Это. Погрузчиком я не могу достать, да? Блин. Да вы серьезно? Так, давай, Вали. Типа Вали. Хотя ты. Ну ты Вали, Вали умный. Пина. Тут пинка.
вообще, почему я не могу взять мешок? Ну, это же бред, да? Ну, нафига мне целый поддон вот тут вынимать? По идее, я могу. Могу же просто взять и... Вот так вот я теперь могу, да? Давайте уж на этом отвезем, потому что то есть чуть-чуть не попал, потом чуть дальше уехал, поднять я его не смог, зачем въехать, да? Сам экскаватор этот погрузчик эту платформу подымет. Ну, блин, ладно. Будем считать. Как-то так. Ну, можно увеличить скорость. И открыть. Че, серьезно, взял и выпрыгнул что ли? Давай, давай, давай. Да хрень. Ну а где мой мешок? Блин, из одного мешка, да, представляете, какая эпопея? О, аллилуйя, пришел, ёж. Пошли, я тебя продам. Давай, езжай. То есть я без поддона не могу его просто так туда положить. Прикиньте, какая хрень. Вообще, блин. Не, ладно бы еще потом бы также какой-нибудь грузовичок бы мы кидали, да? Типа какой-нибудь газельки. Или, ну ладно, это газельки, а гонщик там. Ну вот это-то как? Аж уму непостижимо. Короче говоря, снимать приходится. Тележкой. Да? А потом садить погрузчик. Вывозить это все. Но опять же, он показывает неправильно. У меня зеленым горит, а я не попадаю. Все. Ты уезжать будешь? О, уехал. Все, первый контракт. Вот такой вот геморройчик. Ну, что понял. Итак, соответственно, у нас есть договор, мы его подтверждаем, мы получаем за это 800 очков репортации, типа мы как, типа супер-пупер, да? И у нас, найдите баллон с газом.
собственно говоря. И что нам требуется, это правильно просто идти на увидеть значок и сюда просто прибежать. А, кстати, а вот эти вот можно покушать? А, это наши, это здесь работники, типа, да, наши шкафчики рабочих. Типа. А есть нам нельзя. Оригинально. Так, берем. Заправьте вилочный погрузчик. Опа, заправили. Купить слот для поддонов. Для этого необходимо перейти к панели инструментов, а затем открыть меню строительства. Вопрос слот для поддонов. Улучшение. А, слот для поддонов. А, ну можно, да, здесь двигатели, бутан, либо пропан. Спойлеры там всякие. Ну, опять же, да, немножко. Хотя я не знаю, зачем, правда. Ну и свет. Ну, такое себе. Так, а что я хотел? Подождите. Купить слот для поддонов. Для этого необходимо перейти к панели инструментов. Так. Ну, а, вот конвейеры, кстати. Ну и слот для поддонов. А, блин, мне надо, да, что ли? Сейчас. Точнее, на это место. Слово для подачи. О, инструменты. Откройте меню строитель. Там, перейти меню инструменту, а затем открыть меню. Открыть слово для подачи. Вот он. А, кстати, декоратив. А, промышленный стеллаж. Сталка. А. Тренер Томми. А слот. Отлично. А, вот. А. А зачем? А здесь мы его не можем. Это где-то здесь. Да? Надо построить слот. Уф. Просто купить, а зачем? У них. Ну давайте так. Прекратите в режим управления клавишами Tab по умолчанию и соедините слот рабочего места оранжевый якорь с новым слотом поддонов. Это определит, где сотрудники будут забирать необходимо. Вы серьезно? А, забирать. Тогда мы вот сюда будем это ставить.
Переключить управление. А, ну вот, да. Новая связь, да, F. А, ну вот так вот. Оранжевый якорь с новым скотом. Они тут будут забирать, не обходить. А, вот так, наймите нового рабочего сотрудника. А, ну вот Фрэнсис этот грёбаный сейчас походу. Да, вот он, видите. Ну я же говорю, блин, это вот фигня сейчас будет у нас постоянная. Вот видите, он сейчас будет уворачиваться, потом его нужно еще попасть по нему, вот бегать за ним еще надо, блин. Okay, I'm leaving. Ну и основная конструкция для улучшения. Ну вот, блин, надо было обычный спокойный режим выбрать без этого козла. Еще и бегать я не умею. А, во, еще разработчики, да? То есть, чтобы нам бегать, нам нужно постоянно кофе пить. Просто это тихий ужас. Ну давайте найдем сотрудника, посмотрим, что он умеет. Работничек. Итак, Дерек Джонсон. Это увлеченный рецептурный сотрудник, умеющий получить все тонкости пивоварения. Он быстро учится внимательным деталям и прекрасно работает в команде для достижения противоположных целей. Благодаря гибкости и упорной работе для достижения своих профессиональных целей, это ценный работник в нашей команде. Написано до хера, ненужного абсолютной информации до хрена. Ну, сказали бы просто, да? Наймите все. А, вы заметили, да, два брата-близнеца, но при этом, да, да, два брата, слушайте. Один Дерек, а другой Дерек, что там. Взаимодействие своих сотрудников, давайте управлять его. Итак, повысить уровень своего работника. Можете подождать, пока он сам наберет опыт, или купить ему обучающий курс. Ну, давайте улучшим его. Да. На вход зерна дробилки. Итак, назначить рабочее место. Мы его сейчас вот сюда вот прикрепим. Все. Экспортировать 50 мешков дробленого солода. Ну, а теперь он будет работать там, да, а мы, соответственно, будем ему подгонять зерно. Итак, сол, а контракт, договор, давайте 24 мешка сырого солода принять. 4 мешка можно, блин, а почему нельзя написать это, да, вот, не тыкать 24 раза, когда вот здесь уже давно можно было цифр принести. Так, сейчас этот приедет, мы это и выгрузим. Два поддона. Хотя должно три, да, быть, если я не ошибаюсь. Ну, по идее, должно быть три. Вот если бы они еще выгружали бы. Ой.
Блин. Надо, слушайте, все-таки вилочным погрузчиком попробовать сюда заехать, потому что, ну, не дело с Леби. Ладно, сейчас посмотрим на этого чудика. О, идет, слушай. А, так мне просто экспортировать надо. 26, да? Ну давайте еще раз. Ну, блин, опять. А вот и держать нельзя, да? И написать. А если бы 100 нужно было бы? Ну давайте посмотрим за этим, что делает, как он там делает. Оп. Да, слушайте, я что-то как-то это. Блин, включился. Да. Я погорячился с этим. Я быстрее мешки перетаскаю, блин. Надо поближе ему. Ладно, пусть он там. Не, все-таки это неправильно открывает эту форму. Конца есть. Ну, такое ощущение, что он... Вперед кидаю. Давай, давай, вот так. Не, ну да, у нее даже вообще плоскость должна быть, плоско-плоско, он должен к земле его, видите, а он чуть-чуть приподнятый, поэтому и поднимает погрузчик, блин. Где он неровно стоит. Да ну, блин. Нет. А, ну это... Так вот есть это. А, хитрая. Да, а игра-то, блин. Да.
Так, ну что у нас там этот? А, слушайте, знаете что? Надо купить, Где же я видел поддоны? А, это просто декорация, что? Или можно? А, ну да, это декорация. Ну, я думал, действительно поддоны. Сейчас я ему перенесу эту часть, потому что он долго ходить будет. Хотя можно было бы двоих сразу нанять, да? Одного, чтобы носил, а второй, чтобы принимал. Но, по крайней мере, нам сейчас задание одного, и я не помню, сколько и зарплату. Сейчас зарплату получит, а я... Я останусь без денег. Так, все, пошло, и пошлите этого, а не следующего. Долгие видео получится. Ну, с другой стороны, не нужно растягивать бредовую хрень. Зато как максимально, да, максимально посмотрели, что тут вообще стоит. Издеваешься, да. Отлично, он перенес. Так, что я сейчас хочу сделать? Во-первых, вот этот поддон. Убираем его вот сюда вот. Решить задачу положения вращения объекта. Ну, давайте решим. Да? все так просто. Так, это мы. А, вот это мы прерываем пока связь. Ой. Да, вот это мы сейчас сюда вот. А слушайте, а зачем я вообще это? Он же может оттуда забирать, правильно же? Да. Блин, что я парюсь? Да. Ну да, вот. Тут забрать. Давайте-ка проверим мою гипотезу.
Или ему обязательно вот то, что я сейчас удал, вот то, что по заданию, ну там же есть место, куда загружать, да, и так далее. Вот. Он отсюда не может взять, что? А, ну может. Ну и все. Ну. Что, блин? Зачем вот это вот задание, да? Глупое задание. Купите место для размещения поддонов. А нахера она мне нужна? Не нужно. Странно. А, или типа можно в два места, да, ставить сразу же. Пример. Сейчас, сейчас я. Ну, например, вот здесь вот будет, да, поддоны. Ну, туда можно попривозить. И, например, можно привозить, ну, например, сюда. Это что? Так. И получается, ну, откуда новая связь? А, да? Так вот. То есть он с двух мест, получается, может. Окей. Хорошо. Так, быстренько. Мало. Привезем ему еще один поддон. Он забирал. А этот вывезем. Интересно, сколько он сейчас денег запросит? Слушайте, а прошло время чуть-чуть, да, он уже зарплату просит. Еще день не прошел. Блин, по работе. Не знаю, сколько туда мешков. Кофе. А, ну да, вот в самом верху забыл вам еще кое-что сказать. Вверху там есть фонарик. Включать. И типа кофе. Вот за этим нужно тоже следить. Как кофейная чашка, вот там с левой стороны есть деньги, репутация, кружочек такой с. Чем там помню. Ой, не с уровнем каким-то, да, потом. Фонарик и вот кофе. Вот выпиваем сейчас кофе, и чашечка будет полная. Каждый раз она расходуется. Через какое-то, ну, когда там бегаешь и так далее. Поэтому за этим тоже надо следить. Как только ее мало становится, ну, соответственно, нужно тут же ее восполнять. Пошире эти. А я не знаю, как он сейчас будет справиться. Вот блокировку забываю включать и. А, так вот ему 7 баксов мы должны. А если видите, задержанная зарплата, типа. Правда, вот что значит. Что значит задержанная? Я что, должен бегать, а автоматом это что, не выдается, что ли? А почему сразу, да, со счета не снимается? Ну, $7, слушайте, не так и дорого.
Короче говоря, проще R нажать, заблокировать. Чтобы оно не, туда-сюда не, не, не валилось. Ага, конечно, я размечтался, что она ровно поставит. Слушайте, а давайте все. Не, давайте еще одного наймем. Или потом. О! Кстати говоря, это как раз от вас будет, дорогие подписчики, зависеть, да? Потому что, как скажете, да? Нужно же ли прохождение этой игры, или это хрень полная? Ну, по мне это так. Ну, может, какие хрень. Вот. Но, с другой стороны, а сейчас игр таких, ну, каких-то хороших их нету. Вот. Может, конечно, и в это сыграть, знаете, я как... говорят, да, на безрыбье и рак щука. Давайте, конечно, поиграть. Пашу пишите комментарии. И чем больше, да, вы напишите, тем лучше. А, блин, два не влезло. Ну да, у меня же тогда тут точно. Да. А вот с другой стороны, а что я буду делать, если я сейчас найму всех работников, они будут меня грузить, переделывать. Ну, короче говоря, выполнил, да? Что тогда мне делать здесь? Когда я со скуки точно можно умереть. Опять же этот не ускоряется. Стилоид. Ну я про. Хотя вон можно вот так вот просто. Вот, пивоварню в подвале. Сейчас мы... Так, ну давайте еще одного все-таки наймем работника, потому что мне не особо хочется его. А я нанял. Хотя я не уверен. А, то есть как я мешки сюда положил, уже все, да? Я не... И этот работничек. Нанят. Ну, два. Ну, они все одинаковые, только разница в именах. Так, где еще один-то? Так, и нам что-то надо улучшение. Вот, твари подвал, да. Вот. Соответственно, открыли. И там что? А, и можно конвейер. М новый объект, который можно построить. В общем, конвейерами нужно будет купить и разместить бродильный танк. Давайте танк еще. Да, и потом вот этими через конвейеры будет часть что-то спускаться, что-то выполняться. А, вот все, парня. Менеджер воды, информация. Запас воды, увидел. Улучшение новое. Ага, вода еще. Компания по вас.
Сожжению. Ну, на 100 литров. Так, пусть. Ну, логотип, которые. Скажите, что нам за договор второго солода? Надо смешно. Блин, я не понимаю, где у меня второй. А, он мусор собирает. Или это тот же самый? А, нет. Давайте его. А значит, пошлите. Короче, ладно, хрен с тобой. Иди тогда мусор. А, может быть, у него не хватает опыта. Давайте опыт. Ладно, пока едим. Вообще странновато. Может быть, придется его уволить. Пока не знаю. А, ну пусть мусор. Оно скапливается. Блин, забываю все время. А, может быть, он этого Франциско этого будет гонять. Тоже, кстати говоря, было бы забавно. Он гонял бы, а я бы ничего бы не, да? Ты блин, да дай мне выключить мотор. И пройди. Ну, с этим тоже не особо. Ванька, в общем, пишите, звоните, высылайте деньги, всем брат, всех, так сказать, офигенно, офигенно. Родимый танк. Блин, да я же говорю, я же его где-то видел, этот танк. Ты. А, вот он, бродильный танк. А, 500, он у меня поэтому... Я просто денег нет. Все, я понял. Ладненько, все, сохраняюсь на всякий случай, потому что если вы решите, соответственно, что мы продолжаем эту игру и делаем до победного, будем его, так сказать, варить, продавать, то
Ради бога. Есть еще дорожная карта. Это о том, что, что будут разработчики делать. Да? Ну, то есть в игре какое будет. Общее улучшение поведения анимации искусственного интеллекта. Сотрудники смогут брать то, что им нужно из построенных складов. Сотрудникам может быть назначена работа с краном. Погрузку-выгрузку тяжелых грузовых машин. Будет добавлена новая поведенческая особенность. Например, некоторые любят курить, другие пить кофе и так далее. Голоса будут добавлены сотруднику. У каждого сотрудника будет своя модель. Вперед всех различных голосов. Безопасно будет возможность управлять камерой на заводе. Возможность нанимать охранника для поединка Франсиса, вот этого, который бегает, да. Будет возможность покупать пустые банки, будет возможность перерабатывать мусор. Новая машина предназначена для производства банок. Сотрудник может назначить на новые рабочие места, будет добавлены новые цели, ну и так далее. Пивной как кегель будет, совместимость контроллера будет, разнообразность содержания. Ну, хз, короче говоря, да. Так что... Все, да. Играйте только напоследок, как всегда, играйте только в хорошие игры. Ну и жду ваши комментарии. Ну а на сегодня все, пока.